Подготовка проходит на базе Серебряного ручья. У нас здесь есть прекрасное татами, прекрасный зал, зона для ОФП, прекрасный лес с очень хорошим свежим воздухом, где наши ребята бегают кроссы и сдают у нас нормативы. Также здесь есть спортивные городки, где с ребятами мы тренируемся и повышаем их физические данные. Самое главное, чтобы наши спортсмены за лето набрались как можно больше здоровья. Потому что здоровье – это ключ к победам их на татами на весь год. Если технику мы сможем дома непосредственно на своем татами отработать, то именно здоровье, именно физические силы, физические данные мы можем набрать только в таких местах, с таким свежим воздухом и на природе. Первое, что могу пожелать, это слушать вашего тренера, потому что наставник ваш никогда не пожелает вам зла, он желает всегда вам добра и хочет, чтобы вы развивались и были сильнее, как спортсмен. Второе, тренироваться, набираться здоровья, становиться как можно лучше, как можно сильнее. В сентябре у нас будет первенство по ОФП у нашей школы, чтобы все ребята туда подошли готовые, хорошие, заряженные, и у всех была здоровая, сильная конкуренция. Да, очень довольны лагерем, находится в лесу, очень свежий воздух, хорошее питание, хорошие корпуса, хорошая спортивная база, большой зал вполне нас устраивает. Получается, что в течение года санкт-петербургская погода не очень позволяет нам заниматься на улице. В основном тренировки проходят в залах, да, и поэтому сейчас, тем более, такие хорошие дни мы по максимуму стараемся использовать на свежем воздухе, занятия воркаутом занимаемся. Дети укрепляют здоровье и готовятся к следующему сезону. Дзюдо – это очень интересный вид спорта, разносторонний. Развиваем не только умение бороться на татами, но и ловкость, гибкость и все остальные качества. Живем все дружно, тренируемся тоже, происшествий никаких нет, тренируемся на износ, все устаем, поэтому все живем спокойно, тихо и счастливо. Мне тут очень сильно нравится, потому что тут все есть. Еда, спорт и много чего, увлечения всякие. Бороться тут можно, знакомиться с другими, можно просто что-то новое узнать, коллектив и так далее. Тренера замечательные, нагружают по полной. На следующий день мышцы болят, но ничего. Мне здесь очень хорошо. Особенно мне нравятся тренировки и физические нагрузки. Ну, если честно, еще очень нравятся бутерброды с рыбой, которые дают в столовой. Еще второй ужин, когда дают булочку с маком и сверху глазурью. Я хочу стать чемпионом и хочу добиться черного пояса. Мы все большая команда, мы едины и непобедимы. Мы команда чемпионов! Ура! Ура!